Скверик рядом с домом печати всегда считался идеальным уголком для мам с колясками, влюбленных пар и пожилых людей. Здесь уютно, прохладно и тихо. Пока это место не облюбовали любители горячительных напитков. Сквер получил дурную славу и кучу мусора в придачу. Рабочие оперативно исправляют положение, пока сквер не превратился в свалку. Увидели, где маленькая кучка, и давай туда дальше докидывать. А если чисто? А если чисто, уже, конечно, будет уже покультурней. Сигнал о необходимости обратить внимание на эту территорию и включить ее в план работ поступил от жителей в общественный совет микрорайона Парковый. Такой механизм взаимодействия позволяет обращать внимание власти именно на те моменты, которые в первую очередь волнуют горожан, и оперативно решать вопросы на местах. Сегодня такой день, что с мертвой точки сдвинулись наши все разговоры, и мы от разговоров переходим уже к реальным делам. Будем максимально убираться везде, где только возможно, убираться разными силами, приглашать также организовывать на уборку самих жителей и активнее включать все службы коммунальные, которые тоже к этому имеют отношение. Так, малыми шагами к большой цели. Каждая приведенная в порядок территория, как кирпичик в общее благоустройство всего города. Вопросы, требующие больше времени и финансов, общественники берут на контроль. Чтобы помогать развитию Самары, формируется команда созидателей из неравнодушных людей, нацеленных работать на благополучие и комфорт в родном городе. Общими силами решать вопросы своего двора, микрорайона. Очевидно, за таких людей и проголосует население 13 сентября на выборах в районные советы депутатов. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, «События».